Еще недавно здесь были старые железобетонные плиты, песок, рытвенные ямы. Теперь от памятника горельефа Ульяны Громовой начинается велопешеходная дорожка. По новому асфальту можно дойти или домчать до района газонаполнительной станции. У этой дорожки вообще очень большая предыстория. Она гораздо старше, чем большинство велосипедистов нашего города. Это остаток сети велопешеходных дорожек, заложенных еще при строительстве города, когда он только строился. Со временем она была разрушена. Здесь было две дорожки. И они связывали между собой Комсомольский и Центральный район. Постепенно земельные участки ушли в аренду под автозаправки, под коттеджи и так далее. И связь между районами оказалась разрушена. Последние годы у нас очень много велосипедистов в городе. Появились не просто катальщиков по паркам и покататься по лесу в выходные дни, но именно людей, которые добираются на работу в другие районы города, садясь на велосипед. И это происходит не только в три летних месяца, но как только сходит снег, то есть с апреля и до первых заморозков. Как итог, в выборе проекта благоустройства велодорожка заняла второе место, набрав больше 3500 голосов. Живу здесь, в Комсомольском районе. Давно было надо построить здесь спортивную площадку и велодорожку и убрать велосипедистов с дороги. Стенка для паркура стала частью проекта обустройства велопешеходной дорожки. Наверняка пригодится тем, кто за здоровый образ жизни и сильные руки. Ширина дорожки 3 метра. Места достаточно для пешеходов и велосипедистов. К качеству асфальта у последних претензий нет. Я езжу каждый день от дома до гаража. Там сажусь на машину и еду на машине на дачу. Ездить хорошо по ней. То раньше был тут песок, там эти плиты были, а сейчас асфальт идеальный. После велопрогулки и занятий спортом припарковаться можно будет здесь и отдохнуть расслабленно уже в этой беседке. Надеемся, достроят ее после нашего выпуска. Второй этап строительства велодорожки запланирован на 2021 год. От района коттеджной застройки до улицы Диагональной и затем до улицы Баныкина. Отсюда дорога для двухколесного транспорта выйдет к улице Родина за счет нанесения разметки на автодорогу или строительства отдельной велодорожки. После завершения всех работ велосипедисты должны иметь возможность свободно курсировать между Центральным и Комсомольским районами. По освещению этот вопрос будет рассмотрен при проектировании. Почему? Потому что второй участок там вообще он пройдет в темной зоне, поэтому там необходимо обязательно сделать освещение искусственное, плюс там необходимо строительство подпорной стенки, потому что там очень слабые грунты песочные. Велосообщество Тольятти надеется, что год Тольятти не станет последним, когда на дорожке для двухколесного транспорта обращают внимание. Следующие объекты, которые чрезвычайно важны, это опять же связки между районами. У нас абсолютно нет ни тротуара, ни какого-либо пешеходного и велосипедного сообщения между паркхаусом, мимо больниц, до 21-го квартала. Вдоль 40 лет Победы сделан отличный широкий тротуар. Любой может убедиться, какой там велосипедный и пешеходный трафик. И в будни, и вечера, и выходные дни. И он просто обрывается вместе с концом 40 лет Победы. Да? Вот нужно, чтобы его продлили до остановки Паркхаус, когда человек снова уже выйдет в район и попадет на тротуары. Сейчас там просто тропинка, грязь, парковки, ну и так далее. Осенью абсолютно непроходимое место. И необходимо, конечно, реконструкция велодорожки, которая идет вдоль лесопаркового шоссе. Она заканчивается у санатория «Радуга», и дальше велосипедисты снова просто выезжают на обочину. За развитие инфраструктуры для велосипедистов выступает и ГИБДД. С начала года произошло 34 наезда на велосипедистов, в которых 2 велосипедиста погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести. Причем хотелось бы отметить, что 12 наездов были на детей до 18-летнего возраста. Велосипедисты должны осуществлять движение по велосипедной, велопешеходной дорожке, либо по полосе для велосипедистов, да, выделенной специально. Но так как в нашем городе таких полос достаточно мало, то строительство дополнительной инфраструктуры, на наш взгляд, конечно, существенно сыграет положительную динамику на количестве ДТП с участием велосипедистов. Ответ городской администрации такой. Рассматривается вопрос вообще закольцовки велосипедного маршрута по городу. Ну, не так все просто, конечно, и все проекты сразу реализовать невозможно, во-первых, и по финансам не потянем. Где-то у нас и нет проектных решений, как это правильно решить.
Но мы стремимся к этому и все-таки стараемся поэтапно двигаться в этом направлении. В Автозаводском районе продолжается обустройство сквера имени Жилкина. Как идут работы, приехал проверить глава Тольятти Сергей Анташев. Подрядчик зашел на площадку в августе, а сдать готовый объект должен уже в конце ноября. За 3 недели строители демонтировали бетонные конструкции заброшенных бассейнов, старые тротуарные плиты и смонтировали инженерные сети. Сейчас идет устройство сухого фонтана, основание бассейна и амфитеатра. Работы идут согласно плану, графика, который мы предоставили заказчику. Работы будут выполнены в сроку, конечно. Глава города сверил тот самый план-график с реальной картиной на стройплощадке. А еще оценил используемые технологии и материалы. Поздно начали, отсюда проблема. Но по графику компания-подрядчик успевает. Пока отставаний нет, и, надеюсь, их и не будет, поэтому есть опыт, есть умение, знания, поэтому я надеюсь, что мы в этом году закончим сквер. Строители еще должны вымостить брусчаткой пешеходную зону, смонтировать освещение и скамейки. Ближе к венчальному храму поставить детскую площадку, а напротив библиотеки Автограда – основание для памятника Жилкину. Подрядчики обещают, что новый сквер для отдыха горожан будет расти, если не по часам, то по дням. Это точно. На следующей неделе приедете, если? Если. Конечно, приеду. Эти 4 тоже будут залиты. Я знал, что теперь пока не сдадите, не отделаемся. В прошлом году Тольятти набрал 193 балла из 360 в общероссийском рейтинге качества городской среды. Больше половины от максимального количества баллов нам дали за жилье и прилегающее пространство, социально-досуговую инфраструктуру и улично-дорожную сеть. От результатов рейтинга зависит размер субсидий с федерального бюджета на формирование современной городской среды. Посмотрим, какое место займет Тольятти по итогам этого года.